Государственный центр современного искусства представляет проект «Визуальный интерфейс». По сути, это площадка для свободного творчества медиахудожников, дизайнеров и музыкантов. Сегодня свой проект «Синестатика» демонстрировали москвичи Дмитрий Субочев и Антон Яхонтов. Сами авторы представляют проект как переплетение связи между светом, цветом, звуком и движением. Репортаж Романа Мамонова. Дмитрий Субочев и Антон Яхонтов, последний, правда, предпочитает псевдоним Патрик Каха, активно сотрудничают с терминцентром Московской консерватории. Может, потому возникает ощущение, что их проект «Синестатика» — это современное воплощение знаменитого терминвокса. Играть на инструменте можно было простым движением рук, а изобретение Субочева и Яхонтова позволяет не только извлекать звук, но и создавать графическое изображение. Художник лишь взмахивает кистью, роняет пару капель чернил на белый лист, а специальная компьютерная программа моделирует уникальный для этого рисунка звук. Смысл исследований мультимедиа завязать воедино, скажем, разные медиа, да, такие как вот в данном случае звук, рисунок, движение. Смысл выстроить систему, которая управляет сама собой, фактически разные медиа управляют друг другом в процессе исполнения. Фактически на экране создается странное калейдоскопичное изображение. Оно может двоиться, расплываться, тоже и со звуком. Он повторяется и усиливается многократно. При этом изменение картинки меняет тональность. Больше линий, точек, и звук становится насыщеннее. Фактически это такая огромная завязка, что вот называется на английском feedback. То есть это видео продуцирует звук, звук продуцирует видео. Это такой вот бесконечный процесс, вот, который мы вот можем как-то контролировать. Субочев и Яхонтов уверяют, что синестатика – живой организм, пусть и с цифровой сутью. Вглядись и увидишь новые грани звука и видео. Существует еще одна версия этого проекта – интерактивный спектакль «Синестетика». В нем в визуальную игру искусственного интеллекта включается танцор. И на экране сплетаются звук, свет и пластика. Роман Мамонов, Вячеслав Королев, служба информации телеканала «Культура».